don't you ever mess with us. Don't you cross. Don't you ever cross our path. You should know we're about to set. Почему я вел, не стрелял в людей и все равно убил почти столько же людей, сколько ты? Столько же? Ну да. 66 против 26, столько же. Ну да. Ну близко так. В два раза меньше. Плюс-минус один. Да молчи! Подстойник восьмого уровня. Да. Так, теперь у нас будет какой-то херд. А, the herd, наверное, все-таки, не херд. Кому herd the... А кому херт? Херт. Обычный такой русский херт. Херт. Да. Так, Pike Base. Это мы, я так понимаю, по этим тоннелям будем бегать. Так, мне нужен вот этот ганслингер. Ты слишком жирный, у тебя даже удары не отображаются. А, не, он нормально. Упал так, как балерина, как в стоечку встал. Я не могу драться. Иди сюда. Мучачо! На тебе! Подожди! Царь горы вообще! Я! Ты? Да. Окей. Ассустарове революцион! А, он бьет меня! Я побежал в туалет! И ты оттуда не выйдешь, потому что ты в туалетах застреваешь. Всегда. Всегда вообще. A cattleman's wealth takes years to build, and it can be taken from him in an instant. Oh, как интересно. Okay. Динамит. Надо было в коровке. Это было эпично. Я знаю. Коров, наверное. У меня, кстати, дробовик, поэтому я тебе не помощник. У меня еще дырка большая. Ну ты просто вперед должен ломиться. Я жить хочу. Да хватит толкаться, но. Меня попали. Жирный. Меня попали. Меня опять попали. Во мне так много жира, что это без разницы. Да. Слишком палишь нас. Да. Ага, сначала ты динамит кинул, а теперь я палю вас. Окей. Декшен, то опять нужна помощь. Я. Да, ты. А что бы. Действительно. Я же даже чизотима не кликнул. Чего? А, из тебя кровь бежит. Она всегда из меня бежит. Выкинь динамит, пожалуйста, не успокойся, как ты с динамитом. Его надо выкидывать. Конечно, надо. Динамит берешь в руку, сжигаешь, выкидываешь, в руке не держишь. Бегаешь. Это не так делается, Джек Шепард. Бегаешь кругами, кричишь, Viva la Revolution, нет? Блин, сейчас подожди, я перечитаю сейчас наш кодекс, подожди. Ну-ка. Страничка такой перестал. А, ты с такими звуками странички листаешь? Да. Понятно. У меня несколько... Ты странный, Джек Шепард, странный. Мне нужен был звуковой эффект. Так, мне нужен... Я хочу взять снипера. Снипера? Where is the sniper? Medium range, вот. Long range sniper, все. Я хочу генералом быть. А в щи не хочешь? Хочу. Давай. Хочу щи. Ой, я на... А, от тебя что? Почему я не могу драться? Такую забокнутую, как ты. На тебе. Ты чё бьёшь меня? Нормально. Иди сюда. Паркур. На тебе. Паркур. Паркур. Ну-ка взял и склеил мне меч. Подошел и склеил мне меч. Погнали, гринго. О, у меня теперь есть снипа. Еще у меня есть наш метательный. Хочешь умереть его? У меня нет ни одной гранаты. Что мне делать? Как мне быть? Не быть отстойником. У меня кровь брызнула на экран. Это потому что нож. Угу. Так. Все, я занял самую тактически выгодную позицию. Жирно защищенную позицию, да? Да. И с
сейчас я их перестреляю просто как в тире. Ты видишь, люди падают перед тобой? Ну да, иногда бывает. Это я. Не надо благодарности. Хотя можно. Ты за мной вообще-то людей так чип. Нет? Падайте уже, ну. Зачем ты стреляешь в ту же? В ту же? Палку людей, что и я. Потому что... О, там идут реинфорсменты. Подкрепления. Ничего, ты перевел даже. Угу. Крутой. Блин, с такого расстояния как-то... Но я убиваю. Особо стрелять. Ну, какие-то. О, меня стреляют. Мне больно, ричард. Да забей. Я мужику шляпу снес. Бывает. Но надо было его убить, конечно. Хедшот, да. Где последний? Ты... Я увижу. Он сидит, отдыхает около коров. Убей его. Около коров? Ладно, все. Я ему шляпу снял. Убей его. Я... Ему нормально. А? Вижу. Он около забора, давай. Мне кажется, у него что-то брызнуло. Нет, у него мозг потек. Ладно. Вот это тактиш, детка, называется. Нет, это называется... Хоть раз мы старались играть в игру. Больно? Нет. Ну-ка, иди сюда. Дебил. А, он выходит. Я медведя резал, но... Смотри, коровки. Коровки! Бекон! Бекончик! Так, хорошо. Все, я выдохнул, успокоился. Я застрял в кормушке. Окей. Что мы делаем с коровами? Мы сейчас будем все это стадо, похоже, отправлять обратно. Гнатеньки. Ты помнишь, как тут быть пастухом? Я помню, что на лошади вообще-то быть пастухом. Поэтому... Изабелла! А где у Фоломея? Почему ко мне прискакивает какой-то... Потому что ты лошадь сменил уже. Я не менял лошадь. Менял настрой, когда... Когда мы играли не с тобой на твоей консоли, то... Мы ставили лошадь. На моей консоли не со мной играли? Да. Капец, Варфоломей, прости. Я сдал твою кошку только что. Кошки, все, купец. Вперед, лошади. Корова. 17 из 20 коров живы. Ой. Живы. То есть, ой. Как это могло произойти? Я не уверен, но возможно бекончик. 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 Вперед! Вперед! Блин, как мы будем их выводить из этого? Туннеля. Это же долго. Так. Давай, 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 пошла. Я пошла, веду за собой 18 жирных коров. К тебе скачут. И. Что-то меня должно как-то остановить, напугать. Это должно тебя убить. Нет. Да. Давайте. Сейчас я приду, Джек Шепард. Коровы, загрузите их. Ага. Меня топчат. Стадо бешеных. Я воткнул тебе шприц. Прям Call of Duty. Так. О, можно на стадо поглядеть. Непонятная лошадь. Лошадь моей кошки. Иди сюда. Вперед. Где моя лошадь? I don't know. Я просто не знаю, где твоя. Ой, ты посмотри, сколько. Гаси. Наверху. Че гаси? Наверху. Я вообще отстал. Наверху! Люди! Отстойный жирный мексиканец, гаси! Тут труп свалился. Блин, наверное, не так надо помощи просить, да, у людей? Что-то мне кажется, я немножко ошибся. Со словами. Я упал. Сзади. Че ты падаешь постоянно? Я не знаю. Моя лошадь мне платит. Все за тебя. Ты такой плану. Давай.
он умер. О, сейчас упадет такой. А не упал. Джеронимо. Он нас. А что, мы пешком теперь будем лошадь, что ли? Да нормально. Хорошо, я пастух пешком. Пеший пастух. 5 из 20 коров живы. Как ты это допустил? Я не хотел, да. Я просто. Я в горе. А я в говне. Непонятная лошадь моей кошки. Иди сюда. Что ж такое-то? Давай быстрей. Теперь я пасу 6 жирных коров. 6? Да что? Блин, эта лошадь никогда не прискачет. Ну что, она не твоя. О, прикольно. Давайте, поскакали. Лошадь, иди сюда. Вот и наконец-то. Непонятная тупая лошадь. Люди бегут. От нас или что? Что мне с ними делать? К нам. Стреляй в них. Боязно. Я больше по лошадям. Ну, тоже плохо. В людей нельзя стрелять, это неэтично. Антигуманно. Этично. Нормально. Это не гуманно, чувак. Да блин, у меня даже прицел на лошадей их нацеливается, а не на людей. А у меня почему-то репитер убивает врагов. С трех выстрелов? Да. Так же. Это тупо. Сколько? Все еще 66 коров. Отлично. Нет, 5 тощих. Ладно, и одна жирная. Мексиканская такая. И пастух какой-то. Отстой. Великолепно. Мачо такой. Мачо мэн. Мужик такой, да? Перед зеркалом такой. Ну чмо. Вот это чмо. Жена такая, ну чмо, а мачо. Сколько раз повторять. Так и есть. Как ты узнал? Да. Да блин, меня заносит. Мы выскачем отсюда. Коровы! За нами, чё вы скачете там? Вперед. Да еще слева, мужики. По-моему, нам надо двигаться, не стоять. Неплохая идея, да? Еще лучше стрелять по людям, а не по кактусам, но я что-то. Да капец, там просто. Сейчас как мы умрем. Я вот убежал. Мы-то выживем. Лошади. Какие лошади? Коров. С рогами. А, ладно. Рога-то лошади. Теперь я буду знать, как вызывать. Ну вот же точка. Идите сюда. Тупые животные. Мне кажется, или они в Архоломе научились быть тупыми. Возможно. Настолько тупыми, конечно. Нельзя. Особый талант иметь. Да. Да хватит мне в спину стрелять, в упор смотри. Скотина, а. Все, вперед, пошатки. Вы все-таки бежетесь. Вперед, вперед. Там еще скачет, что ж такое? Да, они бесконечны. Вот это тупо, на самом деле. Да, нормально, на самом деле. На самом деле. Ну, главное, что натурально безумно, а так все хорошо. Вы будете скакать, нет? Живность. У меня уже патроны сейчас кончатся. Слишком много коров было убито. Ну простите, там никто не ставил условия не убивать коров в самом начале. Ну простите, мы были голодны. Да? И что теперь? Да. Все, сейчас какой-то заривер будет. Что за заривер? Не знаю. Главное не голосовать, чтобы играть снова. Да. Doesn't matter. What is it? It doesn't matter. Silence, I kill you. Silence. Вот про это я говорил, вот это я видел видео. Что? Давно. А мы, короче, будем сейчас с тобой на плоту каком-то плыть по воде под мостом и по нам будут стрелять со всех сторон. Ну, то есть, помнишь, как в Мексику перебирались. Окей. В оригинальном Red Dead Redemption. Так же. I'm ready. Че, я винчестер, наверное, возьму. Че ты хочешь?
Что, наелся своих этих, что ли? А, начо? Начо свои наелся, теперь бьет меня. Мучачо ест начо. Начос. У тебя кровь брызнула, прости. Прости, да ты меня вообще урабо. Я тебя один раз всего побил, ты меня уже два. Вот сейчас будет второй, наверное. Ты в курсе, что я не нажал рейди? Мы так лупиться можем целый час. Че, жердяй убежал, да? Иди сюда ко мне, свинка. Похрюкай, похрюкай. Я не знаю, это, по-моему, самые тупые видео. Не выкладывай это, пожалуйста. Я тебя прошу. Нет, это нормально. О, и да, всем так интересно, что ты там... Сюжет, чувак. Три строчки сюжета. Сценарист богат. Давай, может, это закончим все. А, больно! Что нам нужно вообще? Семь попаданий в туловище. Жизненно важные органы не задеты. Смотри, я сейчас катапультируюсь. А я не могу. Люди. Челлендж комплит. Ганхэн 2. Ладно. Ага. Ты тоже сделал? Нет. Нет, это отстойник. Окей, ты упал. Чекпоинт. А чё, я думал, мы будем кататься, наверное. В доках. Бандиты, вот это говоришь? Где бандиты? Оки-доки. Блин, он там, по-моему, за кустами где-то прячется. Да, он мертв. У них такие шляпы клёвые. Это мне? Да. У меня самая клёвая шляпа. А, она всегда у тебя самая клёвая. Ты знаешь, у меня есть фотография твоя, которая висит на стене, так там твое лицо замазано. А я и только шляпу видно. Окей. О, смотри, это мой брат! Не стреляй! О, брат, прости. Я искал тебя всю жизнь. Как это произошло? И когда нашел, мой дебил на парень тебя убил. О, еще один лежит там с вами. У тебя два брата? У меня на самом деле их много было. Вон еще один. Умри. А-а-а, хватит убивать моих братьев. Еще один, умри. Брат. Нет, это не брат. Ты такой козел, да? Вот. Вон он. Хватит убивать мою семью. Я убью их всех. Я только бегу, так и люди падают. Смотри, двоюродные пошли. Нормально. Двоюродные прошли. Мне кажется, ты меня упорол. Кажется, это был с рождения. Не. Мозг. Двоюродные пошли опять. О, троюродные пошли. Меня сзади кто-то стреляет больно. А ты мне не помогаешь. Нормально. Тогда я хочу заплакать, да? Я сдержусь. Мы ж тут были с тобой, кстати. Не знаю. Мы ж тут стреляли. Я первый раз взрывательной винтовкой стрельнул. Тогда ты чуть штаны не потерял. Еще один твой брат. А, да хватит уже с... Четвероюродный. Чекпоинт. Оу, я же щепот. Мне нужен чекпоинт. Патроны, говоришь? Зачем тебе патроны? Они же все умерли. Ты что-то задумал? Эй! А, страшно? Когда страшно? Ох, ты как так сделал? Лова! Кнопку прицела держи и квадратик. Ух ты! Жирный мучачок. Это на счет три делаем. Учится куплятаться. Спецназ. Иди сюда. Спецназ! 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 О, это было круто. Ладно, я поехал. Подожди остальных из своей банды. У меня нет банды. У меня какая-то... Какой-то прием уж со мной тут бегать, да. Чё ты кряхтишь-то?
Че ты там сказал? What did you say? Смотри, там идет на нас. Я тебе в кахонус попал. У меня нет кахонуса. Поэтому я пою фальцетом. Ты поешь? Да. Я этим зарабатываю на жизнь. Почему я этого не слышу? Наконец-то выяснилось правда, кем же я работаю по жизни. Ты работаешь стриптизером-певцом. Пою фальцетом. Подожди, а чё мне так плющит? Угу. Ведь обязательно в комментариях кто-то на самом деле поверит и скажет. А сколько билетик на концерт стоит, да? Да, 1 000 000 рублей. Смотри, спецназ! Спецназ! А если назад кувыркаемся, то значит спецназ наоборот, задом наперед, да, типа или нет? Супермен! Бэтмен! Where is the trigger? Hey! Where is the trigger? Так ты отвечаешь. А ты сможешь вот так, смотри, так, ты при моем весе вот так вот сделал? Могу, залпом. Нет, с моим весом. У тебя на попе помидорка расквасилась. Дынь-дынь, кто-то батарею долбит. Это причем не у меня. Да. Не только мои соседи безумные, ну то ладно. У нас одни соседи. Похоже. Они живут рядом! Не, как этот, был же мультик про кота в сапогах, серия Шрека. Но. Там кот такой был, ладошку подносил к лицу и такой... Кстати, он же Дудай включен. Дудай? Сейчас допер, да. Можно стик правый нажимать и убивать всех быстро. Два девочки. Конец игры такие, ооо, нифига себе. Давай на счет три, раз, два, три. Я думал, ты знаешь, что делать. Ты такой жирный, когда прицеливаешься. Сука, пулемет. О, смотри, шляпа плавает. Где? У тебя ладно, не видно. Да, она плыла. Справа мужики наши тебя. Ой, ты попал мне в глаз. Ну прости, что ж, я дала, что голова была. Я ухожу от тебя в угол. Сяду туда, буду плакать. Все. Ну прости. Нет. Ты упоролся. Смотри, здесь сразу две этих. Двух людей можно повесить. Точки есть. Чурики, вот это моя. Вот это моя. Забил. О, враги. Какой крутой, видел? Троих сразу. What did you say? Какой крутой, видел? Четверых сразу. Да оценит. Никто... Я в воде. Я нет. Брат. Опять твой потерянный брат. Мексикано! О, болтает мне, да. Мне дали ачивку яиц. Спаси, спаси сзади, сзади спаси. Сзади. Да, меня сейчас... да блин, что ты не отвлекаешь? Жирдяй вонючий. Спаси, брат, спаси, спаси. Жирдяй вонючий. Ты ж не спас. Ну че, так не доделан. Я вообще убил вон, смотри, сколько. Да нормально. Так, ну и ладно, и что, давай на этом закончим, наверное, пока. Потом там уже дальше будем разбираться. Еще нам нужно будет как-нибудь йети найти и зомби. А что будет с йети? Ну как, с йети, обычно. Я люблю. А с кетчупом? Нет, без кетчупа из него. Тогда нет. Ну, тогда ладно. Короче говоря, увидимся в следующих сериях Дичайшего Запада где-нибудь там, потом. Всего хорошего, пока. Всем пока.